При адиабатическом расширении газ охлаждается. Если при этом температура газа упадет ниже точки росы, то появится жидкая фаза в виде первоначально микроскопических капелек. Выглядит это как образование тумана. В этой бутыли налито небольшое количество смеси воды со спиртом. Компрессор через шланг будет накачивать сюда воздух. Когда пробка уже будет не в состоянии держать, как говорится, она выскочит. При этом произойдет быстрое и потому адиабатическое расширение проф воды, спирта, ну и воздуха, который находится в этой бутыли. Имитируется то, что происходит, когда мы открываем бутылку шампанского. Около пробки, если внимательнее посмотреть, можно видеть облачко пара.